Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный слоеный салат на праздничный стол. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Одну половинку вареного куриного филе нарезаем мелкими кубиками. Такими же кубиками режем 3 соленых огурца. Пучок зеленого лука измельчаем ножом. Затем натираем на крупной терке по отдельности 130 граммов сыра. Три вареных яйца. Две-три вареные картошки. И одну крупную морковку. Дальше берем любую посуду с ровными стенками. Дно и бока слегка смазываем водой и выкладываем слоями наш салат. Первым слоем идет морковка. Распределяем ее по всей плоскости. Немного уплотняем. Солим и перчим по вкусу. А затем наносим сеточку майонеза. Второй слой яйца. На них сразу выкладываем зеленый лук. Снова делаем сеточку из майонеза. Сверху распределяем курицу. Опять майонез. Дальше огурцы. Сеточка майонеза. И в заключении слой картошки, которую тоже солим и перчим на свой вкус. Теперь накрываем салат тарелкой. Быстро переворачиваем вместе с формой. Снимаем ее. И сверху на морковку наносим майонез. Посыпаем салат тертым сыром. Делаем сеточку из майонеза. И украшаем на свое усмотрение. Я использовала зеленый лук, замороженную калину и листики петрушки. Вот и все. Вкусный и красивый салат на праздничный стол готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.